Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Алексей Решетник. Я по профессии инженер-строитель. Хотел бы внести свой вклад в развитие Красноярской школы ТРИС и поделиться своими впечатлениями о процессе обучения. В целом о ТРИС я узнал в 2018 году. На одном из собеседований в международную компанию мне поставили условия. Если хочешь пройти испытательный срок, прочитай и изучи две книги. Одной из книг была «Найти идеи» Генриха Салуча Альтшулера. С компанией мне не сложилось, а книгу я прочитал. Также, как руководителю планово-технического отдела, мне часто приходится решать нестандартные задачи. Метод проб и ошибок помогал на первых порах, но с учетом реалий руководство компании все реже одобряло бюджеты для стандартных решений, считает их громоздкими, затратными. Поэтому передо мной стал вопрос о необходимости освоить качественно новый уровень в решении таких задач. Вспомнив о книге Генриха Саулыча, я пришел к мысли о необходимости пройти систематическое обучение методологии ТРИС. Я долго искал подходящую мне школу. Первая половина предложений в интернете – это обучение детей, в основном школьников. Ну, конечно, мне такое не подходило. Вторая половина нацелена на бизнес-структуры. Данный формат мне не подошел по нескольким причинам. Первое – это неадекватная цена, на мой взгляд, за обучение. Предложения стартовали от 40 тысяч за первый уровень. Второе – это отсутствие гибкости. Преподаватель делает начитку за 12 часов, а потом ты учишься сам. Ну, мне нужна была возможность постоянной поддержки. Поиск в интернете не показывал сайт Красноярской школы, так как он находился в режиме обновления. Случайно телефон моего наставника, Краева Олега Альбертовича, я нашел на одном из форумов Красноярска. Позвонил. После первых минут общения я решил, что это то, что мне нужно. Сейчас, конечно, таких проблем с поиском не будет. Сайт функционирует, и данную школу вы найдете очень быстро. Почему же Красноярская школа? Для меня здесь есть несколько плюсов. Первое – это возможность дистанционного обучения. Мне не нужно никуда ходить, ни в какие заведения. Могу обучаться из дома. Второе – это огромное количество обучающих видеороликов, доступ к обширной базе знаний. Там есть дополнительные материалы, также и практические наработки. Третье – это то, что обучают в терминах и категориях классического ТРИС. Сведено нет количества англицизмов, заимствований, тех терминов, которые просто путают и мешают понять суть вещей. Четвертое – это поддержка, наставничество, обратная связь. Преподаватели с тобой всегда на связи, помогут и, если честно, очень мотивируют. Пятое – это возможность сертификации. Шестое – это то, что ты становишься частью сообщества, ты участвуешь в конференциях. Также достоинствами обладает и платформа, на которой ты занимаешься. Первое – это то, что там понятный интуитивный интерфейс, ни в чем не запутаешься. Второе – это возможность заниматься с мобильного устройства. Третье – для меня, что немаловажно, я могу видеть свой прогресс. Что могу сказать? Мое обучение длится уже год. Я двигаюсь в комфортном для себя ритме. За спиной первая ступень в системе сертификации. Полученные навыки принесли пользу в профессиональном плане. Например, удалось реализовать проект теплого склада инертных материалов на 200 кубических метров для раствора бетонного узла. Вот. Отдельно хочу выразить благодарность своим наставникам. Олег Альбертович и Сергей Анатольевич действительно профессионалы своего дела. У них многому можно и нужно научиться. Рекомендую данную школу для обучения. Спасибо.